он уже про-интеллект-тренер 4-го ранга, и приехал он ко мне, друзья, с, вручил мне медаль от Казахстана, да, друзья, вот медаль, да, она равна, то есть это официальная медаль от Казахстана имени Раимбек Батыра, она равна в России вот медали Суворова. То есть, да, вот смотрите, это от службы охраны президента, официальная медаль. И более того, Турарбек Мырза вот, и Арганғазы, это председатель, он тоже у нас про-интеллект-тренер, они, то есть Турарбек мне вручил это в доме моего наставника Роберта Ра, друзья. Он говорит, это надо делать официально. И, конечно же, это было торжественно. У меня мурашки до сих пор не проходят. Так что, друзья, все великое уже произошло. И также, конечно, друзья, простой парень из города Чытыгоры, из Кустанайской области, и мечтать не мог об этом. А что я делаю, друзья? Я набираю, да, набираю 10 человек и провожу суперджамп. Все делаю так же, как и раньше. И, конечно же, для меня это большая честь. Получить в доме наставника, по сути, это медаль Роберта Ра. Вот, Роберт Ра, благодарю за супер наставничество. Действительно, эти ордена уже наши. И да, мы были удивлены с Робертом вдвоем в доме Роберта. Поэтому, родные сердца, то есть, что нужно делать? Нужно приобретать суперлицензию. Нужно зажигать сердца, нужно спасать от ментальных страданий всех, друзья, это нужно всем. Также недавно мне позвонил первый суперинтеллект-тренер планеты Земля Кинышбек Мырза, то есть тоже, да, это первый интеллект-тренер, первый суперинтеллект-тренер, долларовый мультимиллионер еще до суперджам. И простой парень из Чытыгоры Расул даже об этом мечтать не мог. И поэтому, дорогие друзья, что мы делаем? Мы помогаем людям. Сегодня уже включилась вся планета. Поэтому я вам рекомендую, то есть это было не всегда, да, через что мы прошли? Мы, друзья, в урановую шахту не спускаемся. Мы просто ставим целью помогать людям, служить. Как говорил великий Мартин Лютер Кинг-младший, да, великим может стать каждый, ведь каждый может служить. И найти свой путь служения – это и есть путь к вашему величию. И когда для меня, то есть, как я уже говорил, моя первая зарплата – это результаты, это благодарность людей, друзья, которые проходят суперджамп у меня. И когда я это увидел, да, то есть остальное, ну, второстепенное – это чеки, это ранги, каждый новый ранг – это новая жизнь. И суперлицензии этого достигать намного проще, потому что когда у вас будет ее супер, даже делая презентацию, уже ну, практически до меня хейтеры даже не доходят. То есть со мной общаются люди, которые хотят зайти в мою команду. Поэтому, родные сердца, школа заключается в том, фокус в том, чтобы действительно слушать своего наставника. Да? Поэтому я благодарю и поздравляю Роберта Ра с этой большой победой, потому что мы делаем командой. Я помню, как Егор говорил, надо нам делать рекорды. Вот вы помните, как Егор много рекордов побил, чтобы наш Роберт открыл скорее 10-й ранг. И, друзья, это действительно так. Да, конечно, хотя Роберт нас учит, говорит, ребята, вы должны свои ранги открывать, да, думайте меньше, думайте больше о себе. Но наша природа человека, она заключается в том, что мы любим, то есть мы больше делаем для других. Если кто-то скажет, ну нет, мы же для себя делаем, ну просто простая, да, как бы школа такая, когда мы дома находимся одни, у нас находится определенный бардак, мы не упорядочиваем вещи до идеала. Но когда кто-нибудь из родственников или друзей позвонил и сказал, я к тебе приеду там завтра или через два дня, мы начинаем наводить уборку. Правильно или нет? Да, друзья, дайте лайки, сердечки, кто со мной согласен. И поэтому, дорогие друзья, нужно найти то, для чего вы это будете делать. И, конечно же, для наставника бить рекорды – это тоже приятно. Удивлять наставника, говорить, наставник, я здесь, я в строю, я делаю рекорды, я устанавливаю новые процессы, да, я провожу новые креативы. И поэтому, дорогие друзья, связь с наставником – это самое важное. И мне Роберт еще давно говорил, очень важная школа, да, как ты хочешь, чтобы к тебе относились твоя команда, также относись к своему наставнику. Поэтому, Роберт, родное сердце, люблю тебя, горжусь тобой бесконечно, благодарю тебя за те труды, в которые ты вкладывал в меня и вкладываешь по сей день. Поэтому, родные сердца, всех вас обнимаю, желаю вам такой прочной связи с наставником, да, и, конечно же, роста в ваших командах.
легендарных команд чемпионов, победителей, триумфаторов.